Продолжаю проходить Quake. Прошлый раз. Это чё? Хорошо, что он сюда не забрался. Прошлый раз мы запрыгнули в какой-то гипер-мега-портал. Вот он, сверху. И попали в какие-то замки. Пойдем все это исследовать. Патрончики. О, тут дырка. Нет, не дырка. Фу, я думал, там можно поплавать. Ой, какие-то новые зверюги. Старый зверюга. Старый знакомый. Огр это или... Как там их назвать-то? Гранаты здесь тоже, что ли, переработали? По-другому вроде выглядит, или так же. Я уже запутался. Но красненькие мне не нравятся, которые прилипают. О! Так, так, так. Сейчас мы и тебя завалим. Отлично. Даже чья-то голова. Так, а я сюда пошел, здесь другого хода нету? Нет, нету. Ладно, значит сюда. Кнопка. Блять, нахрен я закрылся. Взял сам себя, закрыл с паучихой. Надо же, блин. Где ты там? И все. Чё ты там спрятался под лестницей? А, тут проход. Ага. Так, сохранюсь. Смотрю, что здесь. А! Еще две. Напугал. Что это за собачки какие-то? Гавкающие. Он трупака жрет. Он жрал трупака. Наверное, восстанавливался. Это что за рок? А-а-а. Не
лесу здоровяк ходит. Так, у меня гранаты есть. Блин, 5 штучек. Все, патроны кончились. Все кончились патроны. А, вот есть. Отлично. Давай возьмем. Это мой, что ли, чувак? Вон туда иди. Вниз. Да нету тут никого. Прыгай вниз. Вниз. Давай, 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 давай. Че, он будет жив, пока его не убьют, или пока не кончится действие вот этого рога? Страшный-то какой. Ладно, хрен с ним, ходи здесь. О-о-о-о. Вон, 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 гаси. Ты молодец. Отсюда. Кстати, где здоровяк? Вон он. Иди сюда. Ну хоть он его увидел. Так. Ладно, пойдем сюда. Давай, гаси их там. А! Засмотрелся. Ты смотри, какой он выносливый. Еще одна. Ага. Кнопочка, вот я вижу кнопочку. Дэмэдж. Так, ну сначала я посмотрю, кого здесь нужно гасить. А, ну внизу здоровяка я завалил. Мне квад дэмэдж пока не нужен. А, все, я понял, отсюда я пришел. Патрончики. Эй, блядь, нарвался. Где ты там? Ха.
Так, а мне броня не нужна. Теперь можно взять секретный ключ. Ой, серебряный. А где его взять? А вот где его взять. Окей. Сохранюсь, а то вдруг сейчас кто-нибудь появится. Так, а теперь куда мне идти, где эти... Куда ключ-то применять? Что-то где-то открылось. Я застрял. Так, туда или туда? Значит, вот сюда. Это начало уровня. А где был серебряная дверь? Я что-то не помню. Вот он уже. Забыл. А! Так, а чё, не гранаты есть? Так, сохранюсь. Ну, а тут дверь вижу. Вижу дверь. О, как ее открыть? Надо что-то нажать. Хорошо, сразу переключусь. Хотя можно и вот этого гранатой. Так, отсюда не видно никаких кнопок. Сюда сначала схожу. Ах, здоровяк! Интересно, он сюда добежит?
Бегу, беру вот эту штуку. И бегу. Вот он. Ну и отлично. Сохраняюсь. Сейчас кончится действие. Сохраняюсь. А, это выход с уровня. Все прекрасно. Не прекрасно. Капец, он меня, блин, покоцал. Так, надо сохраниться на новый слот куда-нибудь сюда. И опять сразу же здесь противники. Так, серебряный ключ нужен. Часики. Интересно, они правильно показывают? Ты откуда появился? Я что-то не заметил. Или ты там и был? Дверка не отсюда открывается. Гром и молния. Слышится мне за окнами. Меня закрыли, что ли? Вот паскудины взяли, заперли меня. Надо ближний гасить сначала, а потом с паучихой разберусь. Чё мне теперь от тебя бегать, что ли? Как бы тебя взорвать-то? Ну-ка, лети сюда. О! Стратегия сработала. Кнопулина, сохранюсь. Ага. Раздохни. Вот так хотя бы. Еще раз сохранюсь. Так, у меня гвоздей до хрена. Надо их тратить, наверное.
этого тут месит. Так, это я чё сейчас приду с этой, со стороны, где ключик, что ли? Стрелочка была, там ключ. Да это какая-то библиотека. Так, у меня есть? Есть. Ай, а! Убежал. Да где ты там? Нет, схожу вниз, наверное. Посмотрим. Еще одна паучиха. Две ракетницы. Что-то ее как-то быстро разорвало. Или это была первая паучиха? А, да, это была первая паучиха. Я же убегал от ее снаряда. Кнопочек нету, нету. Тут чашка нарисована. Что, в столовую теперь иду? Вон ключ золотой есть. Ах ты, зараза, здоровенный чувак. А чем мне тебе гасить? Ну, сначала гранатками. Он сюда прибежал. Ой. Надо сваливать. У меня жизни мало. Интересно, он сюда поднимется? А, вот теперь можно гвоздиками его пострелять. Он сюда поднимается. Сдохни ты. Вот так. Сохранюсь. Ничего себе, столовая, блин. Он не похож, конечно, это на столовую. Наверх можно сходить.
Здоровенный замок. Запаниковал я и не туда повернул. Полночь? Патроны кончаются. Ну, дробовик возьмем. А! Отвлекся на звук. Меча там. Рыцарь где-то лазит. Я посмотрел. Не достает ли он меня где-нибудь. А этот в меня успел гранату кинуть. На тебя я отвлекся. Так, надо вас по очереди гасить. У меня, блин, патронов нету. Так, сохранюсь и бегу за патронами. А, сволочь, цепанул. Вот теперь сохранюсь. Вроде всех завалил. Секретная область. Кольцо невидимости. Да и хрен с тобой, не буду я тебя брать. От тебя никакого толку. И наверх. Это к золотому ключу, наверное. Опять у меня патроны кончились. У меня гранаты были. Эта штука откроется. Эй, дружище, повернись. Тебя снимает скрытая камера. Открывается. Ладно. А я нажал на эту кнопку? А, блин. А есть там аптечки? Есть.
Сейчас я с тобой разберусь. Надо только придумать, как до тебя гранаты докидывать. Блин, у меня гранаты заканчиваются. Блин, на своей гранате подорвался. Ты сдохнешь или нет? Вот так. Сохраняюсь. Аптечка. Отлично. Так, это что, я вот это открыл? Да. Гранатки две штучки. Вот этот рычит. Сколько у вас там? Жрет, сидит и жрет, блин, в нахалку. Блин, патронов нету. А, ну 12 гранаток. Схожу-ка я сюда куда-нибудь, посмотрю, может будут гранатки или что-нибудь. Так, откуда я пришел? А, все понял. Отсюда я пришел. Надеюсь, это секрет. Интересно, интересно. Жалко, у меня нету другого оружия. Так. Нет, Quad Damage пока брать не буду. Кнопка. Ага. Все понятно. Так, а где эти чуваки? Так, а здесь еще? А, ну да.
Надеюсь, мне хватит 10 гранат, чтобы их размотать. Вот здесь сохраняюсь. Так, я что-то открыл. Четыре жизни, асхерали. Что-то я не заметил, как у меня жизни кончились. Сохраняюсь. Ну и идем в портал. О, аптечка. Так, от начала уровня. Серебряный ключ я взял. Иду по стрелке. Вот здесь еще раз сохраняюсь. Есть гранаты? Есть. Вот тебя сейчас я гранатами буду гасить. Все, готово. Мне 72 аккумулятора, а оружия нету. Так, золотой ключ я взял. Куда мне только его применить? Патрончиков нету нигде. О, есть. Хотя бы чуть-чуть. Так, внизу, по-моему, нету патронов. Здесь же они летают. Да блядь! О, патроны. Крупно повезло, прям крупно повезло. Сюда. Я тоже могу швыряться. Смотри под ноги. Что это значит? Три под ноги. Сохраняюсь.
Окей, буду смотреть под ноги. Так, мне надо, походу, нажать кнопку. Надо медленно идти. Проход в катакомбы открыт. Да ёб твою мать! Где тут проход? А что ты будешь делать? Ты посмотри, я прям слегонца. Падай. Надо мне их, чтобы они все упали. По крайней мере, большинство. Это. Вот это. Вот здесь сохраняюсь. Особо бегать не буду. Так, и где это я открыл? Внизу где-то, что ли? В катакомбы проход открыт. Где эти катакомбы? Еще ниже. Здесь что ли где-то? О, так это в самом начале уровня. Ну, окей. Прыгаем. Все, неплохо идем. Прям хорошо идем. Гасим монстров. Сохраняюсь и продолжу в следующий раз.